это больше подойдет для ребят, которые уже сели на контрольный, но так сильно переволновались. Или, например, пришли на экзамен, и так им тяжело. Я предлагаю такое упражнение. Находите центральную точку большим пальцем на ладони. Нажимаете. Ну, нужно найти ту часть ладони, при нажатии на которой будет легкое болевое ощущение. И дальше раскручиваем по спирали. Раскручиваем, выходим на большой палец. Дальше нажимаем на каждую фалангу между фалангами. Фаланги указательного пальца между пальцами. Следующий палец между, следующий палец между пальцами и следующий палец. Это мы немножечко гармонизировали правое полушарие. Ну, у правшей обычно в правом части головного мозга находится центр эмоции. А что делать левшам? И вообще как-то успокоиться? Мы берем следующую ладонь и проводим точно такое же упражнение. Точно такое же. Таким образом, мы гармонизовали правое и левое полушария между собой и успокоились.